Вот баран стоит, смотри. Вот, значит, кормить хлеб. Вот он идет, смотри, к нам он идет. Дайте ему хлебушка. Вот сюда, да, он же борзый. Вон, Ангелина тебе даст хлебушка. Идем, пойдем на хлеб. Хлеб идем. Иди, вот это там кормить барашек, других барашек кормить, этот укусит. Он не укусит, он. Он же баран. Он борзый, что не видишь, что ли? Он борзый баран. Вот даже написано, смотри, Ангелин, борзый баран. Архар, видишь? А Африка. Ой, блин, Африка написано. Ангел. Африка. Чего? 17 лет ему, Ангелин. 17 лет такой борзый. Конечно. Тебе 8, ты тоже борзый же. Вон, Никите 3 уже борзый. Сейчас там много маленьких барашек на нас нападут. Вон там Афганистан. Вон барашки. Пальчики убери. Ой. Ну, кушает, смотри. Какие беленькие барашки, какие. Пойдемте, вон маленький пони. Никита, идем, вон там пони маленький есть. А где вон. Он. Пошли, пошли, ты. Пошли. Всех накормили уже вы. Вот лошадь, маленькая пони. Охо-хо-хо, говорит. О, Никита писал, говорит, Никита, идем. Я Никиту сейчас покатаю, говорит. Не можно покормить тоже. Корми. А у меня нет хлеба. Вон он, Никита. Никита, Ангелин, смотри. Гладить разрешают мне, смотри. Гладить разрешают. Только осторожно, у них зубки, а Никита, у них зубки. У них большие зубки. Кто это, верблюд? Как верблюд?
Ну-ка скажи, как зовут его? Люблют. Люблют? Люблют он. А где Ой. У меня нет хлеба. Эй, на. На. Можно? К нему не подходи, а он тебя плюнет сейчас. У него рожа через сетку вылазит. Через сетку вылазит рожа. Ну, осторожно. Ты в него не кидай, вот так ложи ему. У него страшное лицо, да? Пошлите, короче. Сейчас. Пойдем, Никит. Пошли. А я боюсь его. У него лицо такое страшное. Я тоже боюсь. Как будто он сейчас жрет, пожрет, плюнет. Он как будто плюнуть хочет, да? Папа, я кишка помогает, я кибрыстрия. Чего? Я кишка помогает, быстрее, я кибрыстрия, быстрее. Идем на львов посмотрим. Вот здесь где-то львы. О, спит он. Пока. А я и вижу. Вы. Он я спит. И вижу. Они хлеб не будут кушать. Они хлеб не будут кушать. Они хлеб не будут кушать. Вон, нет. Вон тигры, то есть. Видишь тигры? Вон, видишь тигры? Тигры спят. Спят, они кайфуют.